привет! Сегодня будет традиционный обзор каталога моего заказика, также лучших продуктов, новинок, которые идут со скидками. И это будет не совсем стандартный мой обзорчик, потому что он будет направлен на то, что я расскажу, что со мной происходит, трансформация. И эта тема больше идет спорт, фитнес, о том, как я пришла к этому, что со мной происходит. И этот заказ в основном как раз-таки направлен на мое тело, на мой уход и тот офигенный результат, который я получаю сейчас. Итак, поехали. И в этом каталоге запускается новый бренд, называется Feel Good. Дай волю чувствам. Запуск. Это 4 серии, 4 аромата, и в зависимости от того, какое у тебя настроение, то есть ты веселая, активная, тебе требуется больше спокойствия, энергичности, может быть, сексуальности, нежности, в зависимости от твоего настроения рекомендуется какой-то аромат. И первая серия – это чувственный, соблазнительный, пикантный, сливы и перчиком. Готова петь в душе. Твоя вдохновляющая серия с жизнеутверждающим ароматом красного апельсина и кукурмы. Хочешь нежиться? Твоя серия с ароматом кедра и успокаивающей лаванды. Но если у тебя классное утреннее настроение, заряд бодрости, то это серия с японским цитрусом дзю и свежестью мяты. Мне эта серия понравилась, и это тот аромат, которого я реально ждала. Мне не хватало вот этого свежего аромата, и, пожалуйста, пожалуйста, напишите, на что он похож. У меня взрывается мозг, ломает голову цитрусовый. У нас давным-давно не было цитрусовых ароматов. Даже если взять вот этот вот аромат, да, он какой-то похожий на другие, банальные для меня. Вот этот цитрусовый, это что-то новое, что-то свежее, что-то интересное. Хотя он потом опять уходит в сладости, вот нету в нем кислинки. Но, тем не менее, вот этот вот цитрус мне нравится, дает заряд и бодрости, энергии, сил. И для меня это аромат июля. А какой аромат выбрала ты? Обязательно напиши в комментариях, какой тебе больше понравился. Я, честно говоря, восхищена от дизайна. Это просто совершенство. И рука прямо так и тянется попробовать, что же это такое. Обратите внимание на часики. В зависимости от погоды, ремешок и циферблат меняют цвет. Интересное настроение, но не покупаю. Почему? Потому что я привязана к своим Apple Watch. Лето. Наши волосы требуют особого ухода. И серию Элео она восстанавливает. Безгранично ее люблю, регулярно ее покупаю. И здесь со скидкой, с 55% скидкой, масла и вся серия. Хотела вам показать масло, оно у меня закончилось. И есть только вот такое сейчас. Еще у меня есть в запасе в коробочках, лежит, но мне не принципиально использовать какое, потому что для моих волос подходит любой. У всех бывает разная мотивация. И та мотивация, найдите ту мотивацию, которая реально вас заставит встать и сделать. Может быть, у кого-то это вещи, которые вы когда-то носили. Может быть, это фотография вашей стройной фигуры когда-то. Посмотрите двух этих девушек. Один и тот же рост, один и тот же вес. Но какая разная фигура? Какую бы фигуру хотели вы? Да, я, конечно, понимаю, это идеал фигуры, это фитоняшка, но посмотрите, насколько разным стройным может быть тело. У меня же все гораздо хуже. Это фотография моя в 35 лет. И посмотрите, да, при стройности, какой жир, какой целлюлит есть. Когда я увидела себя со спины, фотографию, которую сделала мама в Валенсии на нашей конференции в Oriflame. И вначале я хотела эту фотографию удалить, как и все неудачные фотографии, которые получаются. Мы всегда хотим видеть только идеал, но когда мы видим, есть факт и есть факт какой-то проблемы, я ее специально оставила. И я пожалела, что в свое время, когда я родила, я поправилась на 30 килограммов, я удалила все фотографии, я себе жирной не нравилась, я себе целлюлитной не нравилась. Меня всегда все спрашивали, на каком я месяце. Я говорю, да нет, у меня в среднем был как 4-й месяц беременности, живот. Вначале я убрала 20 килограммов на wellness, на стараясь делать, ну, как правильное питание, но не буду себя обманывать и вас обманывать. И постоянный образ жизни, когда ты сидишь и работаешь за компьютером, у тебя на спине начинают
образовываться вот эти складочки ушки. И вы, может быть, красивый, стройный, но даже у стройных, если вы долго сидите, образуются вот эти складки. И когда я увидела вот эти две фотографии двух девушек, и это моя третья фотография, то моя цель номер один — это прежде всего привести свою спину в фотографию номер один, да, и стремиться к фотографии, конечно, номер два. И я начала заниматься, я начала качать спину. Это комплекс упражнений в фитнесе, в планке, все это есть, все это убирается. И почему я активно занялась? Потому что да, это работает. У меня были свои марафоны, которые я себе устраивала. Это планка 40 дней, когда я убрала 8 сантиметров талии. И именно планкой у меня запустился обратный процесс, когда я постепенно убираю свой живот. Но как вы понимаете, здесь нужно постоянно в комплексе, и я постоянно держу в тонусе свое тело. Со мной реально происходит трансформация. Как-то утром я проснулась и решила бегать. К этому я шла давно. Мой муж бегает, наверное, полгода. Я вижу, как меняется его фигура, тело. У него стал плоский живот, стройность такая классная. Да? Я вижу, насколько он энергичен. Потом он занимается еще час с гантелями дома, со всеми снарядами. И я такая, когда-нибудь я побегу. А это взяла утром, он уже собирался выбегать на пробежку, встала и побежала. И я взяла его темп. Я пробежала километр, но что со мной тогда было? Я пришла, мне настолько плохо было, у меня сердце вот так вот билось, у меня голова кружилась, я еле дошла домой. Я потом лежала, я полчаса, наверное, отходила. Я настолько сильно испугалась, потом многих спрашивала, что же это такое. Оказывается, нельзя было такой брать темп. То есть да, я быстрым шагом прошла, а потом за ним бежала. Ребята, я начала бегать. Вчера был мой первый день, сегодня второй. Первый раз сбегала с мужем, поняла, что лучше бегать от ног. Я бегу, сейчас выйду на беговую и побегу. Присоединяйся, это круто. Я долго решалась. Это записаться, купить годовой абонемент Gold Fitness Spa. Но решилась, что пойду именно сейчас, сегодня. Вот просто настроение такое, все, знаете, не знаю, сложилось, наверное, начала бегать, Вот я понимаю, что мне не хватает большего, мне не хватает адреналина, драйва, спорта. В общем, я решила, сегодня у меня, может быть, потом покажу вам непосредственно, как выглядит фитнес-клуб, но сегодня мое место будет, это бассейн. Раз туда-обратно, туда-обратно, туда-обратно. Сделала, наверное, минут через 40 перерывчик, ну, буквально, может быть, 5 минут посмотрела на виды и опять плавала. Доброе утро, прекрасного всем дня. У меня был сегодня 4-й день пробежки. Сегодня дочка со мной убежала. Было смешно, как... Да, это практически как я в первый раз. На балконе ждем папу, он тоже пробежал. Пошел на пробежку, ключи мы не взяли, дверь закрыта. Сегодня был водный инструктаж по вот этим страшным железным зверям. Как я кайфанула сегодня. Такой растяжки, я не знаю, когда у меня последний раз была растяжка, тренажеры, плавала в бассейне, гидромассаж. Всем доброе утро, проснувшись, немножко поработав, ответив на сообщения, я поняла, что я опять хочу в фитнес-центр. Практически труп, ноги не ходят. Оказывается, не на ту тренировку я пошла. Тренер спросил, кто впервые, ну, я сказала, я впервые. Она говорит, ну, если что-то трудно, ну, не доделывайте, все. Но я впервые, так вообще впервые была, а оказывается, не та тренировка. Это была для девочек, кто уже много лет занимается фитнесом, с утяжелениями, с гантелями, в общем, я еле теперь хожу. По поводу небольших достижений, я хожу практически недельку, вот, и я уже чувствую, я реально кайфую от того, что моя гусеничка начинает уходить. Сейчас прошла часть.
сейчас упражню на боди, и будет растяжка стрейчинг. Сегодня будет йога. 1.5, чтобы немножко поработать здесь. Мне нравится позагорать, покупаться. У меня с собой всегда SPF очень быстро заканчивается. Также его использую на лицо, распыляю дополнительную SPF-защиту. Пятнашка на все тело, когда уже после того, как загорю. И обязательно после, прям здесь, в спа. Если, конечно, не бегу быстро, то это средство после загара, чтобы загар не слазил, чтобы загар был ровный, красивый. Сделав одну регистрацию, пообщавшись, проведя планерочку, я заслуженно пошла купаться. Покажу свой дом. Давай там вдалеке. Лето – это самое классное время, когда нужно заниматься спортом. Ух, какой у меня сегодня активный день. У меня сегодня 3 регистрации. 1 квалифицированный новичок, который зависел заказ на больше, чем на 100 баллов. Бегу на танцы. Мне понравилась одна цитата, которую я прочитала. Даже если вы очень талантливы, для получения некоторых результатов требуется определенное время. Ой, как же мое тело соскучилось по спорту. Какая я была дура, что раньше не пошла в фитнес-клуб. Это реальный кайф. Такой адреналин. Мы все хотим идеальной жизни, мы хотим идеальную фигуру, мы хотим идеальную семью, мы хотим хорошо зарабатывать. Если взять первое, да, здоровье, похудение, да, многие из вас знают как минимум 10 способов, как похудеть. Но хотя бы один применяют ли? Многие из нас знают, как можно разбогатеть, как минимум 10 способов, и что нужно для этого делать, но делают ли? Как в спорте, так в бизнесе, в семье, чтобы это не взять, да? Сейчас 21 век, и информации, как сделать, как добиться, есть очень много. Вопрос лишь в том, а делаешь ли ты действительно то, что ты очень сильно хочешь? Стремишься ли к тому результату, от которого горишь? Нужно просто начать это делать. Поплавала в своем любимом бассейне. Сейчас стою, немножечко подзагорю и пойду на танцы. Пробыла 200 метров, то есть 10 раз в бассейне. 200 метров, с чего я начала сегодня. Вот. Зачем я это делала? Затем, что моя цель в 40 лет выглядеть лучше, как я выглядела по телу в 35. У меня есть фотографии, где я недовольна своей спиной, своими складочками, которые образуются непосредственно, когда сидячий образ жизни, даже если у вас правильное питание, которое у меня, в принципе, было, но не было физической активности. После тренировок рекомендуется белковый коктейль для набора мышечной массы. Вот, можно до тренировочки, после тренировочки. У меня вот такой клубничный. Я сегодня бегала, думала, сегодня не пойду на тренажеры, хотя бы буду 4 раза в неделю ходить, не 5, и меня тянет, и утром просыпаюсь, думаю, что-то мне не хватает. Мне не хватает бега, сегодня у меня был рекордный, это у меня 18 минут я пробежала, что-то 2,3 километра. И знаете, я хочу передать самой себе привет. Ты жирная корова, когда в следующий раз ты будешь поправляться, наращивать себе бока, просто вспомни, ты жирная корова, почему ты дальше, до этого раньше не бегала, не занималась, ты же все знала, ты была умной, а что не делала? С утра сейчас перехожу на 3 порции коктейля в день, посмотрю, что у меня получится. Понедельник день тяжелый, но тем не менее, посмотрите, сколько девчонок ушло. И я вижу, насколько трансформируется мое тело. Да я никогда не была в таком тонусе. Я даже не помню последние там 10 лет точно. За эти 3 недели я настолько круто подкачала свое тело. 4-5 раз в неделю я хожу на крышу. Там у нас бассейн. И проплываю. И всегда пользуюсь солнцезащиткой. А для меня это либо SPF 50. И видите, вот он уже у меня заканчивается. Поэтому в текущем каталоге я себе заказала новый. Но его хватает, вот просто он
хватает очень-очень, ну, он очень быстро расходуется, это его минус. Но в то же время, девочки, когда вы ходите на солнце, даже если у вас нанесен макияж, даже если SPF, если есть вода, если есть отдых, то обязательно потом еще дополнительно спреем проходитесь на лицо, потому что SPF на лице нужно обновлять. Если вы не обновляете, пигментация, да здравствует, и она вас ищет, и потом тяжелее, нужно полгода, год, чтобы справиться с пигментацией. Вы меня спрашивали, как у меня ушла пигментация, что я делала, это серия Novage против пигментации, у меня есть видео, записанное с этой серией, вот, поэтому сейчас я обязательно беру с собой спрейчик и именно на лицо потом распыляю перед тем, как плавать в бассейне. Сейчас в этом каталоге я захотела заказать себе пятнашку, потому что мы скоро поедем еще на море с семьей, но не было, и вот только взяла детский SPF, защита 50. Каждый раз после тренировки я иду в душ и наношу увлажняющий лосьон после загара. Кожа становится мягкой, и она не облазит. Девочки, зачем вы загораете, если вы не закрепляете? Обязательно любой загар нужно закреплять, и это как раз-таки закрепитель загара. Итак, что же я сейчас делаю? Как я убираю свой целлюлит, в том числе и когда у вас соблюден баланс правильного питания, воды, вы занимаетесь, вы начинаете стройнеть. Когда вы стройнеете, кожа, она начинает обвисать, и ей нужен тонус, ей нужна увлажненность, нужна подтяжка. Кроме того, если вы будете качать пресс, вы наверняка слышали, что жир, он остается на поверхности, и его нужно разбивать. Я посмотрела, и также в фитнес-клубе я также встретила подругу, она сказала, что я хожу на антицеллюлитный массаж, и я зашла на сайт, посмотрела, он стоит 2400, там, ну ладно, со скидками 2000, но как вы понимаете, что лучше делать массаж сеансами, курсами. В это время я начала уже делать массаж, и я получила такой эффект, вообще просто исключительный, бомбический. Я вам неоднократно говорила, что этот прием я уже использую много-много лет, и целлюлит разбивается. Вот одним курсом, когда реально у вас уходит вот такой вот один тюбик, вы его используете курсом, да, каждый день целлюлит у вас, ну вот, уходит просто вот значительно, вы его видите, да, вот эти выемки. А для области живота и груди я использую вот этот крем, он подтягивающий, и реально чувствуется такой очень-очень приятный холодок. И второе, это вот этот антицеллюлитный крем, его используют для ног, то есть вы поворачиваете его, гель наносится, и начинаете активно делать массаж. Нанесли, повернули, закрыли и пошли делать массаж для полного впитывания. Но я пошла еще дальше. Кто смотрит мой инстаграм, вы видели, я использую два массажера, надеваю на руки и начинаю активно массировать. Так площадь гораздо больше. Посмотрите, сразу идет какой массаж. Очень-очень быстро впитывается. Если вы делаете вот этот обычно шариковым массажером, то в принципе 5 минут, 3-5 минут это нормально. Если вы используете вот эти массажеры, вам хватает даже меньше минуты, все, гель впитался. Я меняю руки и продолжаю делать дальше. Эти массажеры имеют совершенно разное действие. Это шарики, тяжелые металлические шарики. Это такие резиновые пимпочки и совершенно разный эффект. Где купить такие массажеры? Раньше они были в Oriflame. И если вы давно в компании, то наверняка у вас такие есть. Если нет, то просто поищите в интернете. Компания Oriflame не делает акцент на продаже каких-то аксессуаров. Они есть уже выпущенные где-то. Компания фокусирует свою продукцию на создании каких-то революционных средств по уходу за телом и за лицом и вкладывает каждый год 10 миллионов евро на разработку серии. Очень быстро этот гель впитывается, что я рекомендую в этом случае. За эти полторы недели, видите, у меня уже сколько ушло масла. То есть, когда вы делаете тот же самый массаж, но на масле, у вас оно еще остается долго, и тогда вы можете намного дольше делать такой массаж.
Что же делать, если у вас нету масла? Вы берете обычное оливковое масло и делаете то же самое. Можно также сделать массаж руками. Но мне все-таки больше нравится сделать массаж вот такими массажерами в две руки. И не переплачивать деньги, не ходить на массаж к массажисту, платить более 2000 рублей за час. Вы можете не час, вы можете заниматься каждый день, массаж делать 15 минут, но в комплекс, смотря свои любимые фильмы. Здесь делаем то же самое круговыми движениями, хорошо прорабатываем зоны. Особое внимание уделяем вот этим местам. И в этом каталоге 40% скидкой я купила себе вот этот гель, 2 крема. Вся эта серия идет сейчас 40% скидкой. Также я взяла лосьон для тела, для всего тела. Если приняли решение заниматься спортом, стройнеть, то вот такие средства антицеллюлитные, подтягивающие кожу, обязательно вам важны. Кроме того, в этом каталоге я заказала себе вот такое масло авокадо. Оно подходит как для тела, так и для волос. У меня оно уже было, мне настолько понравилось. Я ездила в Алтайский край, я с собой его взяла. Но я его подарила. Просто потрясающе бомбическое масло, мне оно вот невероятно нравится. И сейчас я буду, вот это масло закончится, либо буду миксовать с этим. Я просто его ждала, когда оно придет. Сделайте себе традицию вечером, если вы что-то смотрите, обязательно делайте массаж. Вот кожа, я не помню, чтобы у меня была такая офигенская кожа на ногах. Это просто что-то. И я вижу, как вот эти вот мой целлюлитик подтягивается. Кроме того, мое утро начинается с коктейля уже на протяжении многих лет. Иногда я пропускаю. У меня муж любит миксовать этот коктейль. Банан, клубника, малина. В общем, все, что есть. Мороженое, ягоды. Сейчас я принимаю это коктейль 2 раза в день после тренировок. Я прихожу после тренировок, я такая голодная, мне просто хочется есть. Я быстрее-быстрее завожу коктейль, я принимаю его, и это сбивает аппетит и как раз-таки приводит тело в норму. Когда у вас растут мышцы, вам дополнительно нужен еще белок, и организм просто требует этот белок. Кроме того, посмотрите, какая у меня красивая упаковочка. Она у меня заюзана, она лежит на столе. И витаминки. А витаминок здесь нет. Они у меня на столе. Ну, все знаете про баланс витамин. В текущем каталоге у нас батончики. Батончики с 40% скидкой. Ребята, через 2 часа этих батончиков на складе уже не было. Вообще. Почему? Извините, но мы, те, кто их любит, просто их раскупили. Поэтому простите, кто из вас долго думал. В упаковке 7 штук. Да, они не дешевые, но они настолько питательные, они настолько полезные. И у нас эти батончики в основном для дочери, когда она после тренировок их принимает. После занятия спортом я говорила, что требуется дополнительно белок. И после танцев, после занятия в модельном агентстве, когда они занимаются, там у них и фотопозирование, и хореография. Вот просто требуется белок. И здесь, что здесь идет? Здесь ячмень, овсяные хлопья, 3 вида белка, богатая клетчатка и 150 калорий в одном батончике. Это просто находка. И сейчас эти батончики я взяла для себя, для того, чтобы после тренировки, после приема пищи, где-то когда-то был перекус. Не знаю, может быть, пойдет в резерв. Если вы поймаете эти батончики, то заказывайте, конечно же, и заказывайте сразу про запас. Ну и, конечно же, новинка — морской кальций с витамином D. Вы наверняка его видели. Этот кальций у меня лежит на рабочем столе. И когда лучше принимать кальций?
Вначале я вам хотела подробнее рассказать об этом кальции, но я не смогу рассказать так, как это делает врач. Поэтому в ближайшее время я загружу это видео, чтобы вы послушали, и там было реально столько много фактов интересных, уникальных, которые должен знать каждый человек. Это профилактика, это анти-эйдж продукт, это реально космический продукт, и как его употреблять, в какое время. Если мы витамины пьем, желательно в первой половине дня, либо обед, мы наполняем свой организм макронутриентами, то вот эти витамины, кальций лучше всего принимать вечером перед сном, потому что как раз-таки, когда мы спим, происходят какие-то вот обменные процессы и выводится больше всего кальция из организма. Кроме того, я узнала такую фишку, что, оказывается, кальций бывает разный. Это потрясающе! Комплекс, который помогает нам с вами быть здоровыми. Кальций бывает разный, некоторые добывают его из камня, но здесь, в данном случае, то есть из известняка, да, то аквамин добывается не из камня. Все, что из камня, известняк, доломин, все это плохо усваивается нашим организмом. Аквамин добывается из кальцинированной водоросли, который вид называется литотамниум. Вот, и обратите внимание, что нужно принимать именно растительное происхождение, не надо есть камни, если хотим быть здоровыми. Комплекс «Аквамин» – это сертифицированный органический сбор, обратите внимание. Сырье собирают из таких возобновляемых источников. Кстати, водоросль растет, видите, фаза роста у нее 50 лет. И эти водоросли растут только в экологически чистых водах у побережья Исландии, в грязной воде они просто не произрастают. Эта водоросль, литотамниум, она растет 50 лет только в чистых водах. Из этих вод она берет как раз более 70 микроэлементов. И, кстати, состав, так что вот этот вот состав начинает соответствовать плазме крови человека. И именно это делает ее потрясающе такой биодоступной. То есть аквамин – это биоактивный кальций. Надо сказать, что не каждый кальций хорошо усваивается, не каждый кальций одинаково хорошо усваивается, потому что есть разные источники кальция и разные формы, да, кальция. Есть карбонаты, цитраты, малаты, глюконаты, то есть огромное-огромное разнообразие. И усвояемость у всех, собственно говоря, разная. Обычный их карбонат кальция, вот это именно минерального происхождения, это вот именно неорганическая соль. Витамины в минеральных комплексах, кстати, которые продаются в аптеках, чаще всего используется именно он, это самое такое дешевое сырье. Часто карбонат кальция, который вот именно из известняка или там из доломита, его позиционируют как именно из природных источников. Говорят там, да, у нас природные источники из доломита, известняка, костей животных, раковин, устриц, яичной скорлупы, там других природных продуктов. Многие производители уверяют, что это преимущество нашего кальция, потому что он имеет природное происхождение, но, к сожалению, мы видим, что такой карбонат кальция из минеральных источников, он плохо усваивается, и особенно при низкой кислотности желудка он усваивается еще хуже, то есть и вот по, опять же, даже их данным, усвоение идет на 17-20% и не более того. Следующий раздел в каталоге – это по уходу за лицом, и я рекомендую вам каждый месяц, каждый каталог покупать для себя один продукт по уходу за лицом и внести это в систему. Это новый крем, крем для век, это масочка, либо это бустер. Для того, чтобы у вас не было такого, у вас все закончилось. Кожа – это все. На коже вы можете нарисовать все, что угодно, но вот этот каркас, подтянутость кожи, вы можете как можно дольше оттянуть для себя процедуры похода к косметологам, где-то сократить походы к косметологу. Сейчас по акции вы можете купить любой бустер и крем для лица. Это мой любимка. Всегда его беру про запас. Как-то получилось так, что он у меня закончился. Я думала, что у меня есть запас. И я ищу, у меня его нет. У меня началась паника, потому что у меня есть серия Novage, которые комплексы разные использую. И, конечно же, вот этот крем любимка. Все три бустера, они соединяются с кремами. И получается новый эффект. Он усиливается эффект. Так, работает круче, чем сыворотка. Итак, первый бустер – это у нас энергетический бустер. Было такое сияние кожи. Второй бустер – это питание для сухой, чувствительной, в принципе, нормальной кожи, потому что есть здесь компоненты, которые подходят и действуют противовоспалительно, дают эффект.
Его можно использовать под ночной крем. Это бустер детокс от забитых пор, жирного блеска и возвращает коже гладкость и свежесть. Очень часто летом я использую именно крем Optimals. Мне он нравится. Добавляем буквально пару капелек. Чтобы усилить действие крема, сделайте небольшой легкий массаж по массажным линиям. В бустер входит комплекс активных ингредиентов Swedish Blend. Во-первых, это крыжовник. Он содержит альфа-гидрокислоты, которые способствуют обновлению клеток, что дарит коже здоровое сияние. Облепиха. Она богата антиоксидантами, которые защищают кожу от свободных радикалов. И как раз-таки то, что нам важно, это предотвращает преждевременное старение. Провитамин В5 увлажняет и успокаивает кожу. И морской пребиотик способствует глубокому очищению и быстрому восстановлению кожи. Кроме того, вот в крыжовнике есть ретинол, который обеспечивает восстановление поврежденных клеток, а также фолиевая кислота – наш надежный защитник от фотостарения. Многие из вас спрашивали, в каком видео я рассказывала, как уменьшить складочки. Очень-очень легкое упражнение, его видела у многих, в том числе и у звезд. Боня про него говорила, что моментально подтягивается овал, главное делать его каждый день. Занимает буквально там 15 секунд. Что вы делаете? Поднимаете ваш подбородок, смотрите в небо и просто закрытыми глазами, да, вот эти вот мышцы растягиваются, вы чувствуете, как натягиваются мышцы и как работает, как укрепляется вот этот корсет, как подтягивается ваш овал лица. Мы досчитали до 10 секунд, это очень просто. Наверное, вы чувствуете вот этот тонус мышц, который у нас есть. Правда же? Этот бустер только я заказала, до этого использовала энергетический бустер. Смотрите, да, уже сколько у меня его ушло. Я его использовала в течение 3 недель, практически каждый день. И под ночной крем, так как этот бустер больше для сухой кожи, я использовала под ночной крем. Мне нравится мой уход, мое лицо. Посмотрите, вот эти акции, они написаны на странице, бустер и большой выбор кремов. Скажите, какое у вас меню? Вы едите одну и ту же пищу, например, борщ. Каждый день один и тот же борщ на протяжении недели, на протяжении месяца, на протяжении квартала. Думаю, нет. Вы как-то разнообразите еду, супчики различные, да, разные блюда. Также и в уходе за кожей нужно то же самое, нужно разнообразить ваш уход, миксовать, где-то делать разгрузочные дни легкие, но не такие разгрузочные дни, которые, когда вы идете, я хочу, чтобы моя кожа отдохнула, идете на солнце, не наносите ничего и говорите, на, отдыхай. Представляете, вы в течение года ухаживали за вашей кожей, и тут такое, отдыхай. Представляете, какой стресс, какие просто колоссальные, да, что получает ваша кожа, если у вас нету SPF, да, что происходит. Потом ваша кожа превращается там в непонятно во что, и потом годы вы будете просто восстанавливать вашу кожу после вашего отдыха, да. И здесь тоже важен какой-то уход, разнообразие и... Обратите внимание на вот эту вот страничку. Во-первых, здесь идет эссенция, увлажняющая эссенция для лица и капсулы. Яна, я рекомендую вам всегда пользоваться эссенцией. Я рекомендую вам как можно чаще использовать эссенцию, особенно в комплексе с Novage. Кстати, это один из подарков для новичков, которые есть в стартовой программе. И вообще, я думаю, как-то надо сесть и записать все подарки, которые получают новички у нас. В подарки для новичка входит также моя любимейшая масочка Novage. Ее осталось совершенно чуть-чуть. Я сейчас поеду. У нас 3 страны тур будет. И обязательно ее возьму, потому что в качестве ночного средства, когда стресс получает кожа, когда какие-то перелеты, требуется увлажнение, это просто бомбический продукт. Это не досыпы, как уходит как рукой. Это космос. Очень-очень прошу вас, если вы пробовали эту масочку, но не поленитесь, напишите в комментарии, чтобы другие люди посмотрели, какой это крутейший продукт. Этой маски сейчас нет со скидкой, я ее взяла с 50% скидки по премьер-клубу, но она будет в следующем каталоге со скидкой 999, но она того стоит. Сейчас со скидкой идет эссенция с морским пребиотиком.
И капсулы. Как их применяется? То есть все то же самое. Очищение. Дальше идет эссенция. Под ночной крем вы используете капсулу. То же самое, если вы куда-то уезжаете, то частенько бывает так, что, например, мне лень брать много средств, то я беру капсулы себе и на количество поездок вместо ночного крема использую капсулу. Но в идеале эти капсулы используются под крем. Дальше вы запечатываете сверху кремом для того, чтобы они реально работали. В состав входит 6 насыщенных натуральных масел, богатых антиоксидантными, липидными и витаминами. Кунжут, авокадо, персиковая косточка, лимонтез, черная смородина и бобы сои. Вот такой богатейший состав. Также обратите особое внимание на крем с SPF 50. Очень-очень важно как раз-таки летом пользоваться таким солнцезащитным средством. Но в то же время, если у вас кожа жирная, очень жирная кожа, да, это берите вот такой вот крем. И, возможно, когда вот в самый пик, когда вы находитесь на солнце, когда идете сбрызнуть SPF 50, который вам показывал солнцезащитным средством. Если у вас нормальная либо сухая кожа, тогда вам подойдет прекрасно этот. А в этом каталоге у нас запускается линейка теней One Color, розово-жемчужный. Давайте попробуем сводчи. Сделаю немножко, нанесу консилера. Почему? Потому что все тени нам нужно наносить на консилер, чтобы немножко припечатать. Вот такой оттенок у нас получается. Они смотрятся как матовый и чуть-чуть немножечко шиммер добавлен. Далее беру любимую палетку и в складку века сделаю такой шиммер. Кто-то из вас любит помады, кто-то из вас предпочитает блески. Я любитель помад. В следующем каталоге компания запускает 3 линейки. Это сияющие, мерцающие и глянцевые оттенки. Компания на обзор мне прислала блеск для губ. Называется глянцевый бежевый, вот этот оттенок. Смотрите, как смотрится гармонично блеск. И, в принципе, в таком образе я могу идти на фитнес. Я очень люблю ярко красить глаза. И самое главное, что этот макияж будет устойчивый, он не потечет, и вы будете выглядеть всегда ярко, интересно, сексуально. Тестирую тональную основу, с ней уже хожу 6 часов, сняла видеообзор, поела, видите, даже стерся блеск для губ, но тон великолепен, и мне нравится, что у меня нет жирного блеска. Я вообще сегодня еще даже не припудривалась и не использовала матирующие салфетки, то есть проверено. В следующем видео я запишу полностью обзор, как делала я этот макияж, и подробнее о тональной основе. Только что получила прям вопрос по тональной основе, которая идет со скидкой сейчас. Какой мне лучший тон, Ирин? Вот, ну, честно говоря, я сама себе это с трудом могу подобрать тон, потому что вот буквально чуть-чуть кожа больше загорает, меньше загорает. Нанесли отшелушивающую масочку, уже светлее оттенок тона кожи. Поэтому лучше всего брать 2 пограничных оттенка, более светлый, более темный, и уже миксовать. Вот, например, AZ, у меня 3 оттенка, от самого светлого до темного. И зимой я использовала, соответственно, белый оттенок, чуть-чуть добавляя среднего, а летом я поняла, что мне нужно действительно темный оттенок, и в месте, где контурирование, делать так. А также хочу поделиться с вами секретом. Ничего страшного, если вы будете в рамках компании Oriflame миксовать 2 тональные основы абсолютно. То есть я пробовала, мешала, то есть у меня не было такого же тона, такого же бренда, я мешала, все нормально. То есть вот в эту Т-зону один тон, здесь другой. Это то же самое, как вы, например, наносите консилер под глаза, а тональная основа у вас совершенно другой линейки. Так что не переживайте. Хомяк, все время в себе покупаю что-то про запас, большими акциями, скидками, распродажами. И в этот раз муж такой: Ира, а где у нас жидкое мыло для рук? Я понимаю, что у нас жидкого мыла для рук было предостаточно, но, наверное, у всех, у кого есть дети делают какие-то слаймы, всякую фигню. Просто за один день вот этот гель для рук уменьшился, короче, закончился. У вас бывает так? В общем,
И я впервые за много лет, наверное, лет за 15, я все время пользовалась жидким мылом. А это я достала обычное мыло, и я с удивлением поняла, что у меня жидкое мыло закончилось. И в этот раз я взяла себе два мыла. У нас, кстати, вот такое мыло закончилось. И в следующем каталоге тоже будут новинки жидкие, жидкое мыло для рук. Но в этот раз я оставила себе про запас, потому что, ну вот, непредсказуемо. И вообще, я не понимаю, когда мне люди говорят, что вот я вот посмотрела каталог, но вот я посмотрела, ну, не знаю, ну вообще ничего не нашла. Ребята, вот я сейчас показала, сделала заказ на 250 баллов только себе лично, потому что я себя люблю, я люблю себя, свою семью, и в основном это все только для меня. Но это, наверное, вы себя не любите. И не маскируйте то, что ничего нет, и это дорого для вас. Потому что wellness – это здоровье. Если вы себя не любите, полюбите своих детей. Это как минимум wellness-витамины для вашего ребенка. Полюбите себя, полюбите свое лицо, отражение, ваше тело, инвестируйте. Да, на это требуются деньги, но, опять же, таки, если вам они нужны, вы всегда знаете, куда обратиться, кому. Либо напишите мне, либо тому человеку, кто дал ссылку на это видео, потому что я знаю, что моими видеообзорами пользуются многие топ-структуры, скидывают их партнерам. Ребята, главное, пользуйтесь правильно косметикой, ищите разные решения, раскрывайте по-разному продукту. Ну и, конечно же, я не обо всех фишках, не обо всех продуктах рассказала. Посмотрите, какие наборы продуктов вы можете приобрести, по каким замечательным ценам. А на этом обзор каталога заканчивается. И я вам желаю принять решение, сделать это лето активным, сделать его не похожим на другие и каждый день быть лучшей версией самого себя. Под видео напишите в комментарии, какие продукты любите вы. Почитайте также комментарии других людей, что они заказывали в этом каталоге. Бесконечно вас люблю, успехов вам и до новых встреч. Встретимся в следующий раз, когда я буду записывать обзор нового каталога. Пока-пока!